Революция, произошедшая в Армении в 2018 году, когда была свергнута власть идеологов-исполнителей оккупации территории Азербайджана, власть военных преступников, душивших армянское государство с конца 90-х годов ради сохранения статус-кво в Нагорном Карабахском конфликте, должна была привести к установлению мира на Южном Кавказе через окончательное решение проблемы Карабаха дипломатическим путем. Новая власть Николы Пашиняна и его команды могла это сделать, но вместо того довела ситуацию до новой войны. Об этом в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» сказал экс-глава Центробанка Армении Баграт Асадрян, передает канал 13. По его словам, у премьера Пашиняна были все возможности заключить мир с Баку еще в 2018 году. К Николу Пашиняну у меня единственная, но кардинальная претензия в том, что он уже 2-2,5 года назад, придя к власти, должен был немедленно идти на мир. Тогда бы не произошло этой войны, подчеркнул он. Баграт Асатрян обратил внимание, что такова позиция многих граждан Армении из поколения, строившего республику в 90-х годах при президенте Левоне Тер-Петросяне. Это принципиальная позиция. Я из того поколения, которое после Первой войны, после установления перемирия, стремилось к миру с Азербайджаном. Тогда наши требования были отвергнуты известными политическими силами. Напомнил он о том, как карабахский клан во главе с Робертом Качаряном расправился с настроенными на мир армянскими политиками, физически уничтожив 27 октября 1999 года премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчана.